На этой неделе журналисты засняли модель Викторию Лопыреву вместе с известным футболистом, 28-летним Генрихом Мхитаряном. Модель утверждает, что их связывает лишь дружба. Однако это известие вызвало шквал негативных комментариев от поклонников Николая Баскова. Певец собирается жениться на популярной блондинке осенью этого года. Свадьба должна состояться в Грозном. Артист делал предложение избраннице в присутствии главы Республики Чечня Рамзана Кадырова. Викторию Лопыреву подозревают в измене Николаю Баскову. Шоумен Рустам Санцев считает, что Виктории Лопыревой нужно изо всех сил стараться быть рядом с Николаем Басковым, так как он завидный жених. В рубрике «Мама дорогая» он обратился к модели. По словам Солнцева, Басков совершенно иначе относится к женщинам. «Сколь этого не будет, он тебе шарманку будет петь днем и ночью. Викуля, подумай, не совершаешь ли ты ошибку. Коля, я с тобой», — заявил Шоумен. Напомним, что Лопырева была замужем за футболистом Федором Смоловым, однако их союз достаточно быстро распался из-за серьезных разногласий. После этого модели то и дело приписывали новые романы, но она не подтверждала ни один из них. Именно поэтому, когда в конце августа девушка выложила снимок с Николаем в обнимку, подписчики были действительно удивлены. Многие очень противоречиво отнеслись к роману звезд. Нумеролог Клара Кузденбаева считает, что характеры Коли и Вики несовместимы. Оба нетерпеливы, ревнивы и привыкли соперничать даже с самими близкими людьми. Поэтому звезды вряд ли уживутся на одной территории, будут часто конфликтовать, Николай будет доминировать над Викторией, а та будет стараться его подчинить. Коле постоянно будет не хватать рядом с Викой душевного тепла, потому что он утонченная натура, говорила специалист.